четверг в Самарской области пасмурно и малооблачно. Практически везде пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Температура днем от 18 на севере до 26 тепла на юге области. Ночью 14-16 выше 0. В Сызрани небо закроют облака, пройдет дождь с грозой. Днем плюс 24 градуса, ночью плюс 16. Ветер юго-западный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, плюс 22 градуса в дневное время, ночью 15 выше 0. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, утром возможен дождь. Дневная температура 22 градуса, тепла ночью плюс 15. Ветер западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 58%. Температура воды в реке Волга 20 градусов. Геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.